вы уже поняли из начала видео, эта история будет о необычной традиции в городе-курорте Гаага, который находится в Нидерландах, и о самом большом костре в мире. Ну, по крайней мере, о самом большом костре в 2019 году. И о том, как почти столетняя традиция эволюционировала в масштабное празднование Нового года, притягивающее тысячи людей увидеть сжигание больших костров в новогоднюю ночь. Итак, давайте по порядку. Первые костры начали сжигать еще в начале 20 века. Тогда, в канун Нового года, соседи встретились, чтобы провести время вместе. Позже инициативу подхватили из соседнего района. С тех пор жители Дуэндорпа и Схевенингена соперничают за самый большой костер в Гааге. Так как празднование проходило на площадях в этих районах, первые костры сжигали здесь же, что представляло опасность находившимся рядом домам. Из-за постоянно увеличивающихся костров в 90-х годах жигание перенесли из города на пляжи. И тут начинается самое интересное. С этого момента организация мероприятия требовала немалый штат сотрудников для проведения столь масштабного праздника, который посещает уже тысячи людей. А из-за растущих размеров костров, которые увеличиваются каждый год в двух районах, перед организаторами стал вопрос поиска топлива для костра. Порт Роттердам – один из самых больших портов в мире. С 1962 по 1986 год он был самым загруженным. Его длина составляет 40 километров. И если бы не эта махина, традиция сжигать новогодние костры не была бы известна за пределами Нидерландов. Топливом для костров стали поддоны. Поддон – это транспортная тара, специально предназначенная для перемещения груза. Они давали возможность возводить высокие конструкции. И теперь жители Дуэндорпа и Схевенингена начали сжигать не просто кучу древесины, а строить одни из самых высоких костров в мире. Организация начинается задолго до Нового года. За неделю вереница фур с сотнями поддонов направляется к месту стройки. И начинается укладка первого уровня костра. За день ребята могут строить до 10 метров. И с каждым поднятым метром требуется все больше техники, без которой постройка таких башен может затянуться на неделю. В это время соседи не отстают и возвышают свою башню. Чтобы уложиться в срок, работы не прекращаются даже ночью. Через несколько дней высота башен уже превышает 20 метров. Это больше высоты пятиэтажного здания. И тут на помощь приходит техника для высотных работ. Когда постройки вырастают и приобретают вид башен, на них размещают плакаты спонсоров, без которых организация этого мероприятия не была бы возможна. Чтобы многочисленные гости не скучали, дожидаясь самого главного момента, возле башен подготавливают инфраструктуру и устанавливают сцены. В 2018 году организаторы превысили допустимый лимит высоты башни в 35 метров, который установила мэрия, и установили мировой рекорд, как самый большой костер, высотой в 48 метров. Когда строительные работы закончены, техника отъезжает, а башни ограждают забором. С этого момента доступ к башне имеет человек, который собственноручно поджигает башню сверху.
Когда время приближается к полуночи, празднование начинается с фейерверка. Чуть позже поджигают башню. В ту ночь многое пошло не так, как было задумано. Высота башни была выше разрешенного лимита. Одна из бочек с горючим, которая находилась на вершине для лучшего розжига, упала к основанию башни, тем самым сделав площадь костра в разы больше. К полуночи ветер усилился и перемещал горящий пепел в город. Традиционно после празднования Нового года с утра собираются моржи на карнавальный заплыв. Декабря 2019 года муниципалитет решил не выдавать разрешение на сжигание костров в момент празднования Нового года. Декабря после долгой похоронной процессии в различных районах Гааги прошла символическая кремация костров. Не забудь оценить видео лайком. До скорого. Пока.